торжественная церемония, посвященная вступлению в должность главы муниципального образования Славянский район, объявляется открытой. В работе сессии совместно с депутатами Совета приняли участие начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Департамента внутренней политики Краевой администрации Олег Костенко, депутат ЗСК Александр Кладь, главы и представители Советов сельских поселений и Славянска на Кубани, руководители предприятий и учреждений, представители общественности. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков огласил результаты выборов главы Славянского района. Территориальная избирательная комиссия Славянская решила считать выборы состоявшимися и признать избранным зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования Славянский район Синеговского Романа Ивановича, который на выборах получил 42 954 голоса избирателей или составляет в процентном отношении 86,83%, что составляет более половины голосов избирателей от общего числа голосов, отданных за всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов. На основании решения территориальной избирательной комиссии о регистрации избранного главы муниципального образования Славянский район и в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 29 Устава Славянского района, голосованием депутатов Совета было принято 22 октября 2012 года считать днем вступления Романа Синеговского в должность главы Славянского района. Вновь избранному районному лидеру было вручено соответствующее удостоверение. Вступая в должность главы муниципального образования Славянский район, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав муниципального образования Славянский район, уважать, охранять и защищать интересы населения Славянского района, добросовестно выполнять возложенные мне обязанности главы муниципального образования Славянский район. Вступлением в должность главы района Романа Синеговского поздравили представители краевой администрации. Разрешите выполнить почетную миссию главы администрации губернатора Краснодарского края, зачитать приветственный адрес вручителя и вручить удостоверение главы муниципального образования Славянского района. От всей души поздравляю вас с вступлением в должность главы муниципального образования Славянский район. Выборы – всегда серьезный экзамен, выдержать который бывает непросто, но тем дороже победы. Жители района возлагают на вас большие надежды, и я уверен, что вы оправдаете их. От имени заместителя председателя законодательного собрания края Виктора Чернявского, вновь избранного главу, с вступлением в должность поздравила его помощник Галина Резник. В поздравительной открытке Виктор Васильевич отметил, что как депутат и единомышленник готов оказывать всестороннюю поддержку новому руководителю района. По православной традиции избранного главу благословил настоятель Свято-Успенского храма отец Никита и преподнес в подарок икону. Позвольте мне преподнести вам образ начальника нашей веры, преподнести вам и благословить вас, чтобы Господь благословил ваши труды, чтобы двери вашего кабинета всегда были открыты для нашего народа, чтобы та доброта и доступность, которая заложена сегодня в вашем сердце, была и дальше, чтобы вы всегда помнили, что вы служите народу. А Господь благословит ваши труды. Пусть Господь увенчает успехом Божье благословение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Позвольте мне поздравить. Роман Синеговский, в свою очередь, обратился к присутствующим с ответным словом, поблагодарив их за оказанную поддержку. Разрешите сказать вам большое спасибо за оказанное мне доверие. Мне оказали доверие все вы и 44 тысячи наших избирателей. Я обещаю работать честно, обещаю работать много, обещаю работать качественно на благо Славянского района. Создание наиболее благоприятных, комфортных условий для проживания наших жителей совместно, конечно же, мы достигнем. Я надеюсь на вашу поддержку, на нашу совместную долгую работу. Большое вам спасибо.
Со вступлением в должность Романа Синеговского поздравили депутат Госдумы Российской Федерации Александр Ремесков, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, руководство партии «Единая Россия», а также главы муниципальных образований края. Рузанна Ефремян, Павел Трифонов, Александра Тимовская, программа «События».